Вот, и пришлось оставить. И сейчас забрать хочу. Я не знаю, забирать или не забирать, что дальше будет. Я не знаю, что делать. Ну, думаю, хороший. З перших днів війни одеський зоопарк приймає домашніх тварин на перетримку. Містяни, які змушені виїхати, але не можуть вивезти улюбленців з собою, з вдячністю користуються цією можливістю. Принесли очень много, уже, наверное, ближе к полутысячек, больше 400, намного больше 400 экземпляров животных принесли. Самые разные, это начиная от черепах, змеи, ящерицы, грызунов очень много, попугаи. Многие приносят животных и сразу говорят, вот там моя шиншилла не любит, чтобы ее брали в руки. Там, или трогали, там, а вот белочка Дегу моя очень ручная, любит, чтобы ее гладили, поэтому, пожалуйста, иногда ее хотя бы гладьте, чтобы она чувствовала себя в безопасности и абсолютно нормально. Вот тут есть мамка с шиншилленком маленькая, мамки проблемка с лапкой, она плохо прыгает, но это ей не мешает. А малышек абсолютно нормально, несмотря на то, что он маленький, бегает, прыгает и радуется. Скажи, и пью еще молоко, несмотря на то, что уже вполне самостоятельный и умею кушать еду обычную. Вот сейчас мама понюхала чужой запах, надо поругать его, что где-то был не там, где нужно. Одесити, які залишились в місті, допомагають зоопарку та беруть деяких тварин на перетримку додому. Та, на жаль, не всі власники планують забирати своїх улюбленців. Тому тварини чекають на нових господарів, розповідає Оксана Фунтова. Зазвичай дівчина займається озелененням території, а наразі доглядає за підопічними звіринця. Та сподівається, що найближчим часом всі улюбленці повернуться в свої домівки. Є от такі от маленькі крисята у нас, абсолютно голенькі. Вони приїхали в клітки, мені їх так жалко. Взагалі всіх, хто приїжджає у нас, ми стараємося по максимуму там подлечить, посмотреть, что-то сделать. Я им сделала из свитера такие маленькие лежачки. Они там набиваются большим количеством в этот лежачок и очень мило спят и ждут, когда придет их человек, который заберет и будет с ними играться, будет их обнимать, тискать и давать какие-нибудь вкусняшки. Мы ведем каталог. Мы, кто хочет перевести нам животное, нужно подъезжать к старому входу в зоопарк со стороны новощипного ряда, там сейчас улица открыта, с клеточкой, желательно с небольшим запасом корма. У вас примут животное, запишут в журнал, щоб ми потім розуміли, кого кому віддавати. Деякі одесити вже взяли собі домашніх улюбленців із зоопарку. Нам пропонували взяти одного із трьох маленьких хомячків. Я його там прячу, хоча кажуть, що холода не боїться. Камери, мабуть, теж не боїться. От, якщо його видно, я вам покажу. От. І йому в подружки або в друзі ще крису. Криса большая, виросте з великими ушами. Ну, пока маленькая. Питомцев дети хотели давно, но сейчас хотели выручить просто работников зоопарка в связи с событиями, при которых оставляют хозяева своих животных. Поэтому и пришли. Все были согласны, вся семья. А кто будет ухаживать теперь? За хомяком? Да. Я. Поля! Я буду.